Общегородской месяц чистоты и благоустройства пройдет в Севастополе. Соответствующее постановление приняли 11 марта в ходе заседания городского правительства. В массовых субботниках примут участие не только неравнодушные горожане, но и работники государственных и муниципальных учреждений, школьники и студенты. Об этом рассказал директор Департамента городского хозяйства правительства Севастополя Михаил Тарасов. В 2019 году с субботника планируем привлечь порядка 8 тысяч человек, это по уровню минимум прошлого года, и провести мероприятие на 380 тысяч квадратных метров территории общего пользования. Планируется мероприятие по ликвидации выявляемых свалок, также побелка бордюров, покос газонов, выполнение работ по окопке приствольных лунок, кустарников, ремонт детских спортивных площадок. Общегородские субботники пройдут 23 марта и 6 апреля. Губернатор Овсянников поручил подключить к весенним работам всех, в том числе регионального оператора по вывозу твердых коммунальных отходов.